Благословляем. Наталья Алексеевна, Сергей Федорович тоже благословляет вас. Пусть ваш дом будет таким же сытым, красивым, уютным и теплым, как этот хлеб. Надеюсь, ваша жизнь будет сытой. Теплый, как этот хлеб. Да, да. Прошу вас отведать. И как это так делается? Кусай много. Женька, хватай зубами. Куда ты так, как кролик? Помогите невесте. Кусать не умеешь. Это не хозяйственное совсем. Хорошо. Молодцы. Отдаю, да. Пусть хозяин. Все в дом? Молодым только, да? Да, нынче да. Ну, будьте здоровы. Будьте здоровы, живите богато. Живите пока. Будьте счастливы. Да одна, что ли? А то. Ты что? Да. Ну а теперь, собственно говоря, наверное, дорогу молодым, да? Дорогу молодым, да. Да, 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 да,
Я говорю, ну коньяка уже выпила, у меня уже хорошо. Выполнили. Выполнили 60 секунд. Вы уже выполнили его, да? Необычно. Я думаю, что вы будете счастливы и будет продолжаться всю вашу жизнь. Ваш очень талантливый мальчик. Он вас умеет рисовать, танцевать. Женя, как оказалось, тоже талантливая девочка. Но я хочу сказать, что для счастья быть талантливым, для счастья по жизни, оказывается, это недостаточно. Много людей талантливых, которых я должен поцеловать. Но этого для счастья недостаточно. Вот когда-то давно я у своей бабушки спросила, как говорится, любовь, любовь, а тебя дедушка любил, это значит, твои прабабушка и прадедушка, тебя любил, она как-то очень это удивилась этому слову и сказала, говорю, я жалел. Раньше таких слов, вот любил, не любил, они были не в ходу. Пришла жена, там не здоровится, муж пожалел. Вот так вот. И складывается в семье любовь, потому друг друга поддерживают, жалеют, как бы несут по жизни на руках. Я вам желаю, чтобы вот так вы прожили всю свою жизнь, друг друга поддерживая. Счастья вам, всего доброго, как говорится, не учите нас жить, помогите материально, вот подарок. Всего вам доброго. Горько! Горько! Наши дети. Мы хотим вам передать кусочек от очка, чтобы вы зажгли свои домашние очки. Ура! А мы две мамы хотим сегодня совершить некое таинство. Вот здесь находится сердце. Сердце семьи вашей и Жени. И вот это сердце мы вручаем им одно на двоих. Ух ты! А сейчас вот оно мне? Сердце. Беритесь, ребятки, руками за свою половинку сердца. Вот. Одна половинка, вторая. И это сердце вы заберете, разделите и будете всю жизнь нести вместе. Золото мягкий металл. Теперь нужно просто... Мы один. Да. Ну, пожалуйста, да. У нас по африканской традиции. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Парарам-парарам. Сегодня действительно очень значимый. Значимый не только для вас, и для нас тоже, но и бесконечно волнительный. Настолько волнительный, что я всегда, никогда меня ничем не смутить. И тут я понимаю, что здесь вот стоит, лежит поздравление. А я понимаю, что от волнения, наверное, я не прочитаю ни одной строчки. Я попробую, конечно. Любовь, семья, всего важней. И в доме ясная погода. Пусть чувства будут роз нежней и поцелуи слаще меда. Все то, что вам дано судьбой, делите поровну друг с другом. Пусть будут крепкими любовь и счастье молодых супругов. Правильно сказали, что раньше слово «любить» заменялось словом «жалеть». Любить по-русски – это значит «жалеть».
А я хочу еще, чтобы в вашей семье жило такое чувство и слово, хорошее слово, доброе, взаимность. Ребят, взаимность во всем. В уважении, в понимании, в уступках, в мудрости. Не надо делить, кто главный, кто вперед, кто больше. Курочка по зернышку. И туда, и туда. Не надо делить. Любви вам, радости, детишек обязательно. Потому что семья, кстати, Женька, и муж проверяется не только тогда, когда вот пальчик ля-ля-ля, марш Мендельсона, а когда рождается ребенок. Тогда муж проверяется как муж, как отец, как любовник, как соратник во всех отношениях. Детишек вам и побольше, побольше, побольше. Один это, ну хорошо, конечно, но когда их много бегает по дому, это всегда здорово. Когда семья разрастается в арифметической прогрессии, это тоже всегда здорово. Поможем, на памперсы дадим. Пиратские ремни, опаленные в подогретом ямайском роме. Ни ниже, ни выше, ни меньше, ни больше. Бесценные зерна мудрости, за каждую из которых сам царь Соломон, не скупясь, отмеривал пригоршню чистого золота. А также микромодель Вселенной, представленная бело-желтым двуколорным эллипсоидом. Как вы думаете, что это такое? Кто мог подумать, что это яйцо? Кусок винта от ракеты, что ли, там? Нет, это яйцо. Вот я поняла, что это кусок яйца, винта, а не яйца. И вся закуска приправлена сложным и страшным дорогим, в десятки раз дороже золота, иноземным французским соусом, замешанным. Так где этот салат-то? Где? Вот. Вон, с той стороны. Замешанным на самом Млечном пути, имя которому... Бесконечность и неисчислимость звезд его составляющих. Маэстро Даниэль для вас сегодня. Сейчас вы здесь. В режиме онлайн. Пойдемте к ней, чёлка. Сейчас только. Петро Смазин тут. А что ты? Пойдемте к ней, чёлка. Саша, наливай сейчас. Маленькая.
Спасибо. Чтоб семья была счастливой и покрепче был ваш брак, споры, чтоб не тратить силы, это заключен контракт. Права и обязанности жены. Жена должна предельно ясно свои желания излагать, чтобы их исполнив, муж был счастлив, всегда за это целовать. Следить, чтоб был супруг обласканный, накормлен сытно, полон сил. Одет, чтоб чисто был и классно, собой всегда доволен был. Чтоб не долбили тещи с тестем, ее любимого зазря. Чтоб мог супруг с друзьями вместе пивка попить, поймать нельзя. Всегда, чтоб знали твердо дети, что папа главный в их семье, что лучше папы нет на свете, и он их любит все сильнее. А теперь права и обязанности мужа. Муж, в свою очередь, обязан без памяти любить жену, и левым, чтоб и правым глазом смотреть лишь на ее одну, поддержкой быть ей и опорой, покой ее оберегать, и понапрасну с ней не спорить, и чаще нежно целовать. Гордиться ею, как богиней, побольше на руках носить, а глядя на нее в бикини, немедленно в постель тащить. И больше с сынишкой всегда, чтобы маме помогали, как папа помогает им. И пусть спустя, глядя на этот ваш брачный контракт, лет через 60, или больше, внуки выпьют за вашу любовь. Ура! Ой, не то слово, не то слово. Можете подписать свои пункты, можете подписать свои пункты, можете подписать свои пункты.
Спасибо. Thank you.
Thank you.
мне, и мне! Подождите, надо за лимоном тогда идти. И за текилой, походу. За текилой. Давайте, давайте, давайте. Да подожди, мы это не выпили, это же что? Юра, нет, Юра бежал, бежал, бежал. Юра! 3-4. Юра, выходи! Юра! Возьми воды! Ваня! Неправда, у нас тут вкусно уходить. Это же текила. Прикуси лимончик. Съешь лимон. Опять начинаем. На здоровье, молодой! Здоровье, молодой! Когда вспомнишь, найди меня. Разбавляем коньяк текилой. Можешь она сама не помнит. Я помню. Венок, не помню. Где самые лучшие яблоки? А что, будет достать? Да. Что, да? Надо качать. А еще лимончика вы и не взяли. А почему Кирилл надышался гелия? Почему он говорит гелия голосом таким? Голосом гелия. Травой. Уважаемый молодой, вашим великим днем, днем вашего замужества. Будьте счастливы, любите друг друга, никогда не обижайте, никого не слушайте, что он говорит, а друг друга жалеет. Жалость — это очень плохо. Полюбите друг друга, пожалуйста. Нет, тащи шары. Ах, лимончики, а вы мои лимончики, а где же тети у Сунина в балкончике? Скажем пару гелей. Не умеет он кушать. Прям много в себя, много-много-много, да, отлично. И говори. Дорогая любимая жена. Ну, понимаешь, не надо на меня обижаться, что я украла вас самым лучшим музыкантом. Но это так бывает. Все, пошли. Сегодня день, когда каждый из вас приобрел соучастника своей жизни. В браке семья – это много, а брак – это двое. Всегда двое, всегда оставаться будет двое. Поэтому никогда друг друга не подводите. Если один позвонил и сказал, у меня труп, второй должен думать, где его закопать. Собственно, Катя. Вот я другого варианта от своей жены не знал. Как она вцепилась в него? Катя, передоз будет. Не выдыхай, не выдыхай. Что такое? Ну, наверное, я... Все, ты все испортила. Мне показалось, что не получилось. Ой, получилось! Я испортила! Да, девушка, так... Сейчас начинаешь сам делать. Я не делала специально. Ой, нет, я просто много... Идем! За горячее! За горячее! За горячее! За горячее! Юрий, Юра! Что творишь? Юра! Это мне Галкина отлила. Ну хорошо! Все, быстренько выпили и пошли не расстраивать родителей. Хватит пить, пошли есть! А, что-то смотрю, что там есть, я не знаю. We'll be right back.
Thank you.